Так вот, по поводу различных самопальных схем, которые применяются для пересъемки 8-миллиметровой пленки. Замечу сразу, схемы дают достаточно качественный результат, так что нельзя к ним относиться несерьезно. То есть во многих студиях эти схемы используются довольно успешно. Вот одна из самых распространенных схем пересъемки видео 8-миллиметрового формата. Берется кинопроектор «Русь». Ну, не просто кинопроектор, разумеется, он модифицирован. Тут кое-какие технические доработки внесены. Ну, во-первых, лампа, которая проецирует изображение на экран, она убрана, вместо нее используется энергосберегающая. Она хороша тем, что она практически не греется, она холодная, и у нее хороший белый спектр. Благодаря чему освещение кадра получается равномерным. Даже в этом случае нужен специальный рассеиватель. Обычно это молочное стекло или в самом простом варианте кусок белой пластмассы, например, от пластикового стаканчика. Тоже дает хорошие результаты. И все это устройство светит в объектив камеры, который располагается напротив. Ну, как правило, используются дополнительные макрообъективы, потому что все-таки размер 8-миллиметрового окна, который получается с пленки, слишком мало для того, чтобы камера могла нормально на него сфокусироваться. Поэтому применяется, как правило, дополнительный макрообъектив. Ну, это так сказано, макро, конечно, может быть, например, обычным фотообъективом от фотоаппарата. Вот пример, очень хорошо себя зарекомендовал вот такой вот объектив Гелиос 44. Вот он, Гелиос 44 серия 2. Вот этот объектив идеально подходит для съемки в качестве связующего звена между камерой и проектором. Ну, дальше уже дело техники, каким образом крепить ее. Один из вариантов — просто объектив наклеивается на светофильтр, который вкручивается в камеру. Ну, либо есть схема покрепления объектива со стороны проектора.